Приветствую вас, дорогие зрители, на третьем дне 120-й войны за Кронос. С вами ваш верный командир Атомный, и как вы помните, в прошлом бою мы получили большое количество ветеранов. И для этого боя я считаю, что нам потребятся наши опытные разведчики. Давайте начнем и пойдем вперед. Мы находимся недалеко от разбитого шаттла. И нам необходимо доставить вот эти грузовики прямо в вражеские порты, которые располагаются очень далеко. И тормозить мы не можем, поскольку сейчас за нами осуществляется погоня. Поэтому, если бы были мы во времена средних веков, мы бы сказали, раз за нами погоня, давайте-ка по коням. Разведывательные машины выбиваются на левую и правую сторону. Кстати, наверное, нужно было наоборот их немного вести, но ладно, таким образом уже могут идти. И пехотные роботы X100 точно так же двигаются вперед. Им наибольший интерес представляется именно передвижением в леса, где они могут лучше всего показать себя. Как вы видите, две группировки есть противника, мы обнаружили слева и справа. Это небольшие группировки, и нам ближе на самом деле атаковать которую справа. Ну, посмотрим, что там есть и слева. Ракетницы у нас медлительные, но могут атаковать на ходу, в отличие от предыдущей артиллерии, которая не могла делать данных маневров. Танки продвигаются полностью вперед. Эти грузовики... придется им немножко замедлиться. Пехота рядом. Ну, джипы ракетные, они тоже маневренные и могут поспевать прямо за разведчиками. Возможно, даже прикрыть. Вот такой вот вид у нас на тактической карте. Во время управления вы видите, что все достаточно схематично. Но, к сожалению, на большом удалении мы не можем управлять нашими войсками. Так, посмотрим. Не будем пересекать мост. Пусть разведчик подойдет и покажет, что здесь располагается. Склад противника и даже десантный нераскрытый ящик. Обычно там были роботы X100. Удивительно, почему противник до сих пор ничего с ним не сделал. Но да ладно. Это ладно. Так. Разведывательный... У нас разведывательный разведчик, да? Давайте-ка сюда отойдем, подождем. Посмотрим на действия противника. Роботов полный вперед. Они в лесах уже ждут удара противника. И, как видите, их в достаточном количестве, чтобы встретить его достаточно легко. Ну что, давайте-ка один из джипов в одну сторону, другой в другую. Вот на вот этом холме посмотрим, спровоцирует ли это атаку противника. Грузовик следом двигается, если что, рискнем. Нам необходимо доставить минимум 3 грузовика, да, но желательно 4. Потом посмотрим, что у нас получится из этого. К сожалению, бронетехника достаточно медлительная. И... с ее доставкой возникают проблемы. Давайте-ка подведем грузовики ближе и ракетную установку вот сюда. Смотрим на передвижение врага. Он клюнул таки на наживку из пехоты, и вы видите, что передвигаются, стремясь войти в ближний бой. Да, танки уже сблизились. Пехотой, возможно, стоит отойти. Ракетный джип пусть сюда отойдет. И артиллерия достанет разведчика. Но не добило. Танки полный вперед. Ракетница сзаду подойдет. А разведчик... А ну-ка, с этой стороны давайте-ка первый. Пусть пересекает мост. Командор! Да, слушаю. Я просто хотел вам сказать, на вас сейчас много кто обратил внимание, в том числе из эшелона власти. Я даже не знаю, хорошо ли это, когда кто-то на меня обращает внимание, особенно из эшелона власти. Не всегда это хорошая вещь.
Продолжайте в том же духе, и я сделаю из вас величайшую звезду со времен Командора Паркера. А, легендарный Командор, да-да-да, он помог коммунистам в свое время освободить США от гнета капитализма. Знаю его, знаю. Молодой неизвестный Командор, выигравший войну для кланов. Как вам это? Ну, я навряд ли думаю, что я достигну прямо высот Паркера, но все-таки, да. Командир, неужели нам надо отвлекаться на репортеров прямо на боевом задании? Ну, она много чего решает, поэтому, да, нужно. Ну да, вообще-то дома на Рее для многих именно она лучезарный лик войны. Она берет интервью у командиров, ведет репортажи с передовой. Она в два счета может превратить простого солдата в героя. Вот именно поэтому и нужно с ней контактировать, товарищ капитан. На нее открыты двери всех кланов. Да, но давайте-ка сосредоточимся на задании и поговорим уже позже. Так, точно, сэр, мы уже на полпути. А нужно быть на два шага впереди врага. Проверяем, что в этом ящике. Да, как я и догадывался, робот пехотный X100. Двигаемся к этим складам. И вы посмотрите, мы уже бьем врагу по тылам. Как будто они не рассчитывали, что мы сможем обойти две группировки по сторонам. Давайте-ка здесь тоже активируем X100. Есть, хорошо. Захватываем здание. И что же внутри? А внутри-то неплохо-то войск. Я не думаю, конечно, что мы сможем все их всеми ими разбить врага, потому что именно врага сейчас будет атаковать. Но в целом войска очень даже хороши. Баги, сюда иди. Залп. Неплохо. А вот тут вот надо противника добивать. Уже все, что смогли, атаковали тогда. Ближе вот сюда. Я не хочу пока подставлять пехоту, если что. Как-то так. Давайте-ка по краю попробуем обойти. Может, здесь можно будет... Да, да, как разведчик. Эту вышку обойти. К сожалению, похоже, не сможет уйти наш ракетный джип. Оба ракетных джипа не смогли уйти. А здесь танки двигаются в бой. А грузовик как бы может и пожертвовать собой, но... Достаточно сильные повреждения. Командор, вижу активность противника на юге. Это лишь авангард. Тяжелая артиллерия потянется позже. Надо срочно добраться до гавани на севере. Вас понял, конец связи. Какие же они неповоротливые, эти транспортеры. Вот ненавижу задания на сопровождение. Ненавижу, блин, их. Слушай, капитан, вы все еще были на связи. Так. Мы находимся между молотом и наковальней. И теперь бой становится все более интенсивнее, зрители. И успеем ли мы вовремя дойти? Сколько войск сможет до конца дойти? Робот сразу эвакуируется. Так, что у нас с разведчиком? Разведчик уходит моментально в тылы. Есть. Ну, похоже, этот рейд стоил того. Фактически мы потеряли два ракетных баги, но приобрели значительно более ценные войска. Интересно, можно было бы сохранить хотя бы один ракетный баги. Вопрос открытый, это да. Танки полный вперед. Открываем огонь. Ну, на самом деле здесь и пехота могла бы справиться, но нам нужно двигаться. Артиллерия. Огонь по танку врага. Уже отходим вот сюда. И ракетный баги может активировать, два раза атаковать. Нужно этим воспользоваться. Так, отлично, повышение уровня. Что можем сразу улучшить? Полученный урон снижение
Да, давайте-ка сразу снижим урон, чтобы он не получал такие повреждения. Ну, а грузовикам настал час двигаться вперед, потому что время не ждет. Противник продолжает наступать, и если не двигаться, то можно так и быстро проиграть. Поэтому, несмотря на всю эту опасность, мы продолжаем наступать. Давайте-ка сюда. Ну, прошли какую-то часть. Противник все-таки наносит урон, но не такой стремительный. Есть! Подошел наш робот. Давайте-ка сейчас, собственно, проведем захват ближайшего склада и двигаемся далее. Как надо. Ну, ракетница неплохо. И джип это не самое нужное вооружение сейчас для нас. Разведчик может двигаться дальше. Ну, давай пока так. Ага. Еще один X100. Нужно будет забрать его. Посмотрим, что будет там еще. Все. Все войска двинулись. Нам нужно побыстрее пересекать мосты. И я не знаю, как быстро враг будет двигаться. Блин, грузовик просто на пределе. Даже не знаю, сможем ли мы преодолеть. Блин. В следующем ходу противник уже будет атаковать наши войска. Танком вперед. Огонь по противнику. Отлично. Ракетные установки рядом смогут атаковать? Да, смогут. Но лучше урон принимать танку на себя. Давайте-ка захватим радар. Данная пехотная единица пусть быстро сюда пройдет. Грузовик и движется только вперед. Отлично. Да, грузовики уже пересекли мосты. Сейчас надо будет их починить по возможности и двигаться дальше. Но нам надо будет блокировать передвижение, потому что это не дело. Давайте быстро вот сюда. Есть, кстати, у пехоты возможность закладывать мины. Ну и положим вот так. Ракетный джип подойдет. И урон сейчас нанесет. Лично у башни минимальная теперь возможная атака. Мы продолжаем двигаться вперед. Ребята, нужно, наверное, на эту сторону перейти. Танк всегда может назад отойти. Так, где у нас разведчик? Полный ход сюда. Так, здесь есть войска. Мы уже в тылах у врага. Посмотрите, как достаточно быстро приблизились. Я думаю, в следующий раз мы попробуем захватить данный ящик и посмотреть, что же нас там ждет впереди. Робот захватывает радар. Данный двигается вперед и захватывает еще и склад. Что у нас на складе? Два танка. Ну, хорошее дополнение. Здесь я уже вижу достаточно мощную группировку для того, чтобы штурмовать центральные позиции.
Думаю, это будет как раз то, что нужно. Ближе к башне не будем подходить. Разведчик пока переместится в эту зону. Мы готовы. Здесь вы видите еще два места для захвата десанта. И один из грузовиков, я думаю, направится как раз на тот путь, с которого ему нельзя будет свернуть. Джипы быстро подходят сюда. Да. Сможем ли мы эвакуировать вот эти войска? Или им придется погибнуть в столкновении с авангардом противника? Я вот обдумал, что, скорее всего, мы попробуем блокировать эти мосты, чтобы враг не смог через них пройти. Или задержать как можно дольше. Посмотрим, что будет можно. Почему-то очень не нравится противникам именно пехота. Но это нам только на руку. Вот здесь. К сожалению, один из пехотинцев погиб. И разведчики сумели обнаружить мины. С двух сторон двигаются две группировки, и если мы не успеем эвакуироваться, то как бы это конец нашей клановой тусовки. Так, давайте-ка грузовик на ремонт. Все, движение только вперед. Грузовик быстро в гараж. Забрать ресурсы и выгрузить сюда. Следующий двигается вперед. Так, а этот постарается заехать в тылы. Ты на это посмотри. Отлично. Если что, мы сможем атаковать из лесов в тылы врага достаточно легко. Артиллерия подъезжает сюда. Танки готовятся нанести удар. Мы сконцентрировали здесь неплохие войска. Что же, посмотрим, что можно... Ага, отлично. Отлично. У нас есть еще один робот X100. Возвращаем разведчика на прошлую позицию. Вот, X100 двигается сюда. Начинаем захватывать порт прямо... недалеко от глаз врага. Здесь нужно будет прорываться. Это да. Танк, если что, подождет. Джип. Так, ракетная установка. Так, а у джипа только одно перемещение возможно, да? Роботу не уйти далеко никак. Ну, этой ракетной остановке по-любому придется как-то двигаться сюда. Давайте-ка ракетный джек прочь. Вот, поэтому только она и может атаковать. Танки вперед к мостам. Вашу мать. Так, данная ракетная установка. Быстрее сюда. Робот. Минировай давай. Вот так. Наши мины не уничтожаются? Или на них нельзя наступать? Танки по обе стороны. Ну все. Здесь одни враги. Я не думаю, что ракетницы смогут долго удерживать атаку. Мину сюда. Ребята, минные поля у нас уже уложены. Мы не можем двигаться сюда, потому что противник сразу может подъехать как-то так. Ну, давайте, в принципе, вот такими джипами подъедем ближе. Разведчикам двигаться не нужно дальше.
Все, танки полностью впереди. Здесь нас ждут грузовики. Интересно, левая группировка пойдет через эти мосты или все-таки через центральные? Смотрим, блин. Противник решил действовать и пошел в атаку. Наносит достаточно серьезный урон нашей робопехоте. Вот ракетница особого урона не получила, точно так же, как и танки. Достаточно уверенно они себя чувствуют, я смотрю. Так, ну здесь они пытаются танк атаковать. Это бессмысленно пехотными отрядами. Разведчик тоже серьезных урона не нанесет. Командор, на юге снова враги, так им там много. Уходим отсюда побыстрее. Точно, а все наши надежды на севере. Отлично, с севера идет подкрепление, один из наших кораблей. Нам нужно поскорее захватить и вторую гавань, чтобы я мог возглавить успешную контратаку. Вы отлично поработали, джентльмены, дальше я сам. В смысле, вы кто такой вообще? Но готовьтесь к бою, капитан. Я так понимаю, вы потомок командора Паркера? Он самый. Нас не представили друг друга официально, но я внимательно за вами следил. Пока что война идет довольно скучно. Разбитый грузовой шаттл и успешный побег привлекли внимание общественности. Пора с триумфом разбить противника и усилить нашу победу тем самым. Да-да. Внимание, это очень важно. Общественности. Но только это мои бойцы в контратаку возглавлю их я. Фу, это вряд ли. Вы еще не доросли до командования такой престижной операцией. В смысле? Я бы так не сказал, Паркер. Я приказал командору спасти бойцов из грузового шаттла, и именно этим он и занимается. Хорошо, но... У меня все, командор. Благодарю. Положите этому конец. Уничтожьте преследователей. Так, точно. Ха, вот уж не ожидал такого наш геройский командор Паркер. Сам генерал Сайфер собственной персоной. Он ведь, чтоб меня, верховный главнокомандующий всех войск нашего клана. Теперь у нас тут весьма влиятельные друзья, командор. Это значит, что важность этой операции значительно серьезнее, чем... Мы думали ранее, вот. Пусть охотник теперь станет жертвой. Давайте отведем корабль в гавань и выведем бойцов и технику. Будет с чем устроить ответный удар. Да, но нужно поторопиться. С запада подходит новое войско. Да, вы правы, капитан. Что у нас здесь? Ага. Танк. Подождите. Может отъехать? Может. Так, там он подставится под артиллерию. Значит, давайте-ка вот сюда. Выгрузить танк. Так, и наиболее эффективные это две артиллерии. Джипом можно и подождать. Он особую роль и урон не нанесет никак. Так, ну и давайте корабль тоже пусть дальше будет сражаться, да. Если он вообще может. То у нас вроде как грузовой корабль. Что у нас там по тылам? Так, да, грузовик движется пока. Отлично, до склада добрались. А вот здесь уже предстоит серьезный бой. Ракетница. Давай-ка небольшой отбой. Танки вот сюда. Грузовик в следующую. Склад. Так, забрали, отлично. Все ресурсы отсюда. Давайте-ка попробуем здесь отремонтировать наш джип.
ракетницам назад отойти. Все. Здесь уже дальше танки будут воевать, блин. Давайте-ка полный назад. Устроим врагу кромешный ад. Что у нас здесь с грузовиками? Быстро вот сюда. Вот. Джипы переведем на этот фланг. Хорошо, хорошо. Так и пойдет. Так и пойдет. Разведчик быстро вот сюда. Так, ну здесь, я уверен, справятся танки. Вполне так. Пехота назад. Давай-ка сюда. Ракетные баги. Ракетная артиллерия. Скорее сюда. Все, у противника уже серьезных угроз нету. Поэтому грузовики ближе и готовы к перемещению. А, вроде все. Ожидаем хода врагов. Разведчики подошли. Ага. Противник хочет атаковать. Сектор впереди. Танк получил новый уровень. Так. Нужен экстренный ремонт. Пехота выдержит это все. Отлично, но мы можем держать какое-то время противника под контролем. По крайней мере, до подхода тяжелой артиллерии. Это да. Это точно возможно. Так, что у нас сверху нужно понять? Кого здесь нужно атаковать? У нас есть небольшая часть войск, которые, тем не менее, много сделать не смогут. Если что, джипом сюда подойдем. Так, ну этот мы точно добьем. Отлично. Танку необходимо срочный ремонт, поэтому он назад из боя отойдет. Починка есть. Джип сюда, назад в бой. Уже пора. Ракетницы лучше всего перемещать вперед. По крайней мере, одна точно в бой вперед пойдет. А вот это будет сзаду прикрывать. Пехоте нужно отойти. Урон совершенно несерьезный. Кстати, я-то забыл, что у танка есть улучшение. Давайте-ка нанесенный урон увеличим. Это гораздо сейчас полезнее. Мы, если будем подходить, то... Так, здесь не достает, да? Мы подставимся под ракетный удар ракетного джипа. Нормально. Пока нормально. Танки быстро вот сюда. Так, это пока не серьезная потеря для меня.
Выбиваем, и давайте-ка дальше наступаем. Что у нас здесь? О! Еще один разведчик, который может ударить противнику в тылы. Это посмотри. И еще один пехотинец. Хорошо. А что по ресурсам? Да, есть ресурсы. Еще. Отлично. Вошли на склад. Так, данный пехотинец, давай скорее сюда. А грузовик же забирает все ресурсы и перемещается вперед тогда. Мы вот эти все склады захватим. И тогда сможем врагу навалять. Блин. Давайте-ка перемещаемся сюда. Ракетницам огонь. Атаковать врага. Данным джипом быстро назад. Пехотинец. Давай сюда, перекрывай проход. Да-да. Что я сейчас стараюсь сделать, это заблокировать перемещение для противника, чтобы он не смог наносить дополнительный урон моей артиллерии. Так, танк явно побеждает. И еще один джип вот сюда. Корабль, к сожалению, атаковать не может. Это нехорошо ведь. Разведчик блокирует перемещение и постепенно наносит урон противнику. Половина здоровья, это значит меньше ущерба нашим войскам. Что в ангаре? В ангаре еще один джип. Ну, давай сюда. Тут уже достаточно неплохие войска. На самом-то деле они могут удержать все и сами. Это да. А грузовик может проезжать? Да, грузовики могут двигаться. Поэтому им именно время это и делать. Так, разведчик перекрыл все, что может. Скорее всего, блокируем грузовик от возможного урона. У нас остались еще роботы, пехотинцы. Пускай двигаются сюда. Следующий ход мы сможем атаковать. Смотрим на перемещение врага. Ты смотри, решили атаковать разведчика. Но это даже хорошо. Значит, ракетницы снова в строю. Ну, а грузовик я джипами добью. Прям активно пытаются уничтожить мою пехоту. А не понимаю, как они могут меня сдержать, если у них недостаточно войска вообще. Они распыляют любой урон. Пытается нанести максимальный ущерб. И перехватили радарную вышку под контроль. Видите, как они упорно пытаются победить. Но у них ничего не получается. Артиллерия. Ближе. Атакуем ракетный джип. Вот так вот и надо делать. Если я подойду, смогу ли я... А, нет, я не смогу атаковать. Значит, мне нужно дальше вперед наступать. Только вот сюда. Здесь артиллерия блокирована. Да. Пехота быстро вот сюда. Помогайте. Добивать врага. Отлично. Артиллерия разблокирована.
и может спокойно перемещаться на новую позицию. Тут у нас разведка. Робот захватывает следующий склад. Отлично. Отлично. У нас прямо новое подкрепление. И ситуация около порта для противника становится просто критической. Здесь такое количество войск, которое ему никогда не отбить. Быстро танк к бою. Готов. Ракетная установка движется сюда. Огонь по позициям врага. Ну вот и все, собственно, такова вражеская судьба. Эта артиллерия двигается ближе для того, чтобы помогать нашим войскам с этой стороны. Грузовики должны уйти. Вы видите, заблокировано пока передвижение. И продолжается это сражение.